Прикиньте, что сейчас у Насти на Точи на канале смотрела ее расследование по смерти Дианы. И там пишут, что ни одна Диана, ни Янголенко, она, во-первых, сменила фамилию и отчество этим летом, но это не распространяется. Не зарегистрирована ни одной... Одна Диана умерла 19 декабря, и это не она. Прикиньте. Скажу так, я видела фотокарточку. На этой фотокарточке прикопанная такая свежая могилка, крест, венки там что-то там. Ну, такая, ну, типа, свежак, но очень как-то скудненько. И лежит фотография. Лежит, она не висит на кресте, ничего такого. Она просто лежит рядом, вот на крест облокоченная там, как-то или воткнута в песок. Типа, что думаете? Короче, я сейчас посмотрела на ту фотокарточку, которую мне присылали, показывали. Там... Фотка такая, типа, на этой фотографии как раз написаны даты, типа, смерти. Там же свечка на этой фотографии, то есть нет никакой таблички, там еще что-то. Ленточки от венков спрятаны за могилу. Я, конечно, спрошу, могу ли я воспользоваться данной фотографией. Но я, ну, не хочу ни опровергать, ни подтверждать смерть. Но это все выглядит очень ненатурально. Мать ничего не говорит, нигде ничего не зарегистрировано, везде тишина. И знаете, это почему это важно поднять сейчас? Потому что, не дай бог, собственные родители что-то, может быть, с ней сделали. Ну, типа, может, ее куда-нибудь в дурку упекли? Хуй знает. Ну, была же инфа, что она собирается, ну, туда, медичкой. Я не знаю, как просто назвать это, чтобы никого не обидеть, поэтому, я думаю, вы поняли. Вот, на фронт, так сказать. Она же вроде как это родителям писала. То, что она употребляла запрещенные вещества, это знали все, она это демонстрировала, показывала и так далее. А что, ну, допустим, а если что-то парень с ней сделал, не знаю. А если мать ее куда-нибудь в дурке в день закрыла или в рехабе, там, не знаю, чтобы она никуда не пошла. И все.